Здравствуйте, это канал Максимадзе, и многие из вас заинтересовались вот этой рубрикой моды на Hello Neighbor по модки из модкита. И, собственно говоря, вы меня попросили сделать видео про то, как я устанавливаю, как я вообще запускаю эти моды. Есть два способа устанавливать моды. Первый это через Unreal Redactor. Нужно скачать в Epic Games лаунчере создание модификации на Hello Neighbor. И там будет целый редактор по модам. Там можно создавать свои. Если вы, конечно, умеете. Ну и запускать их там. Мне этот способ не помог, потому что у меня там тормозит все. У меня. Все моды, когда я их там запускаю, они просто там тормозят. Требовательный там довольно редактор. Ссылка на то, как запускать моды, это по этому способу будет в описании. Был один такой канал, Midcore Show он назывался, и там я его смотрел, Hello Neighbor там смотрел. К сожалению, канал уже 4 года как заброшен. Непонятно, куда делся автор. И у него даже страница в ВК заброшена. Непонятно, где он. Короче, второй способ появился в 2018 году. Это в одном из обновлений. А обновление 1.1.8 добавило такую возможность запускать моды прямо в самой игре. Во-первых, нужно купить игру в Steam. Обязательно вам нужен Steam. И вот на странице вы вот здесь должны купить игру. Тут есть, чтобы купить, вы добавляете себе в корзину, а там уже из корзины покупаете. Помимо обычного Hello Neighbor, можно также купить Secret Neighbor, то есть Hello Neighbor, Secret Neighbor сразу вместе. И если вам нужно и то, то выбирайте этот вариант, потому что это будет немного дешевле, чем купить одну, чем купить отдельно эту игру и эту. Ну и Collector's Edition, какой-то, во-первых, сама игра и какой-то там Rocking Games, Hello Neighbor Rost. Не совсем знаю, что это такое. Не так давно, говорят, была скидка, когда Hello Neighbor оригинальный стоил 80 с чем-то рублей. Даже Леха воспользовался этим и купил игру. А вот я, лох, конечно, тот еще, не воспользовался этим. Я просто тогда не думал, что я когда-то буду снимать моды из модкита. Ну вот вы, короче, покупайте. Тут даже прототипные трейлеры есть, которые вообще в игре не используются. Появляется она в вашей библиотеке. Dead Space 3, которую мы с Лехой снимали очень-очень давно. CSGO здесь у нас лежит. Давно не играл. Я ее удалил, но поскольку она покупная, ее можно всегда заново установить. Fishing Planet, Metro 2023. Это игры не мои, просто этот аккаунт отцу моему принадлежал еще. И вот эти, это тоже не мои игры. Neighbor's Back Room, Hell вот еще. Который я проходил. Когда я его купил, вот эти две игры, оригинальные две части, они тоже в подарок достались. Ну, а нас интересует Hello Neighbor. Hello Neighbor 2, вот, у меня тоже еще установлен. Вот, Hello Neighbor. Как только мы его купили, он должен появиться в этой библиотеке. Если мы нажмем играть, соответственно, запустится игра. Но нас интересуют моды. Чтобы их установить, мы должны выбрать раздел «Мастерская». Вот здесь. Раздел «Мастерская», и вот здесь уже моды для вашего соседа. Создавайте, делитесь, играйте с новыми соседами, объектами и уровнями. Погрузитесь в новые истории городка Вороньи Ручей, созданные другими игроками. Здесь вот самые популярные работы за последнюю неделю вылезают.
Вот самые популярные моды. Можно, вот, кстати, Альфа-1 Reborn. Вот Hello Mountain, вот это рейтинг у уровней. Так, вот этот мод я еще не устанавливал. И вот, честно говоря, даже интересно установить. Потому что вы только посмотрите, тут снег. Это же очень интересно. Прям вот реально интересно. Мы, наверное, сейчас даже попробуем его с вами установить. Я, правда, не уверен, что он работать будет. К сожалению, многие моды не работают почему-то. Они просто не появляются. Ну, тут какая-то другая комната, этого не было. Чтобы проверять, работает этот мод или нет, также рекомендую читать отзывы. Так, здесь нигде не написано, что этот мод не работает. Поэтому наверняка он работает. И мы сейчас это проверим. Для того, чтобы загрузить мод, надо нажать кнопку подписаться. После этого идет небольшая загрузочка. Все. Загрузилось, и теперь мы можем запускать игру. Также можно также найти моды на того, чтобы заменить скин соседа. Я пытался найти мод. Я загружал один мод, который заменяет соседа на главного героя, но почему-то он не заработал. Давайте запустим игру, чтобы проверить, появился ли у нас этот Hello Mountain или нет. Или сразу извиняюсь, если я неправильно прочитал. Ждем запуска игры. И вот почему я говорю купить? Почему вот я говорю купить, а не скачать пиратскую версию? Да потому что на пиратской версии такой способ не работает. Через игру говорят, что как-то вроде можно, но у меня никак вот не получилось вообще. Вообще никак у меня это не получилось. Да и в комментариях под тем видео, где чувак тоже показывал, как в стиме моды загружать, там тоже пишут, что в пиратской не смогли так сделать. Поэтому оптимальный способ будет купить игру. Так, вот мы запустили ее. И вот модификации выбираем. Тут модификации соседа, это скины. И во, Hello Monte появилось. Давайте его запустим, проверим. Чтобы запустить мод, надо нажать кнопку продолжить и не начать игру с модификациями. Ждем, пока загрузится уровень. И давайте сами, и давайте взглянем. Мы проходить это не будем, я просто проверю, работает или нет. Мы с вами вместе проверим. После этого мы, может, еще чуть поставим. Каждый мод в той мастерской, где мы мод скачали, там можно каждый мод прокомментировать, написать там что-то. Можно свои, естественно, выкладывать. О, тут даже катсцены есть. А у меня двойной прыжок, что ли, там остался? А, здесь... Это дом из акта второго, только он и другой. Блин, из-за снега, мне кажется, подлагивает. Блин, вот этот мод в декабре где-то был бы в самую тему. Но я не думаю, что мы будем его снимать в декабре. Чё долго? Зачем долго ждать-то? Я, кстати, понял, почему у меня, когда я проходил мод Hello Man, у меня там были способы. О, даже так, отсюда мы начинаем, нифига себе. А, вот. Вот он. Да, прикольно выглядит мод. Я понял, почему у меня там были способности. Оказывается, я перед тем, как запускать мод, у меня была полностью пройдена игра оригинальная. Там, где я же там же способности надо было все эти получить. Вот эти способности запустились тоже вместе с модом. Так, ну выглядит мод очень круто. Когда-нибудь мы его с вами пройдем. И когда мы будем. Естественно, все это сохраняется. Если мы нажмем продолжить, то у нас пойдет дальше тот прогресс. То есть не с самого начала мод будет начинаться, а там, где мы остановились как раз. И так будет даже, если мы выберем другую модификацию потом. Если мы выберем другую модификацию,
Gumball's House, например, то у нас, то мы запустим Gumball's House. Но если там, в Gumball's House, какой-то прогресс тоже сохранится, он также перейдет сюда. Чтобы убрать весь прогресс, надо запустить просто новая игра. То есть первый акт там начинать, все такое. Давайте еще зайдем туда. Вот Альфа 1 Reborn. Я его удалял. Вот и самый первый мод, который я здесь, который я снимал в этой рубрике. И вот, нажимаем. Вот я, вот это именно он и есть. Я его загрузил, и он тоже появится там. Все, вот он появился там. А теперь я вам говорю, как убрать моды, если они вам не понравились. В мастерской нажимаем ваши файлы, ваши подписки. И мы нажимаем кнопку «Отписаться». Все, этот мод теперь исчезает. Можно от всего сразу отписаться. Ну и здесь можно также сортировать. То есть наиболее рейтинг. Какие у нас тут моды. Что там еще? Можно в избранное добавлять моды, я так понимаю. Избранное друзей. Самые популярные. Что-то я бы не сказал, что они сильно популярные. Это вот эти. Акт 1 Reborn. Тут, короче, очень много всяких модов. К сожалению, не все из них работают. Вот еще какой-то тут новый дом вообще. Много модов с новыми домами. Вот еще вот этот, например. Новые и наиболее новые еще можно проверять. Вот самый новый. Когда он вышел? Давайте посмотрим. 21 февраля. Сегодня он вышел. Он вышел сегодня. Neighbor's Edge. Remake. Вот здесь автор указан. Ну, в общем, я надеюсь, вы поняли, как устанавливать моды. Ну что ж, надеюсь, вам понравилась эта инструкция. И с вас, господи, писозы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!